прежде всего говорим о том, как мы общаемся с людьми. То есть мы общаемся с ними посредством картинок, совершенно верно, но там еще есть тексты. Текст, который написан вашим тоном, это текст, который можно читать. Знаете, бывает это «Добрый день, дорогие друзья!» Все, мы потеряли свой тон, мы потеряли свой текст. Это неинтересно, это невозможно читать. Я желаю всем любить свое дело. Я учу тому, что правильно любить свое дело и заниматься только тем, что нам нравится делать. Тогда будет все получаться легко. Тогда не будет больше вопросов, что же мне делать, когда мне делать, как мне делать. Даже к стоматологу мы ходим за любовью, а не только за здоровыми зубами. Да? Нам хочется, чтобы с нами хорошо обращались. Нам хочется, чтобы на нас смотрели искренними глазами, а не глазами скрипта. Для кого пишет целевая аудитория? Это тоже инструмент пиара, это понимать людей, которые будут читать. Желаю всем делать то, что нравится, общаться с тем, с кем нравится, и не обманывать себя в этом. Для меня очень интересная и важная тема – это возврат клиентов, это увеличение клиентской базы, и каким образом должен заниматься этим администратор. Можно просто администратором сделать лицом аккаунта, и будет там весело все время вас там с кофе встречать. И получается, что когда я аккаунт открываю, я вижу лица эти улыбающиеся. Я понимаю, с кем я общаюсь, люди покупают людей. Мне кажется, что Инстаграм – это такая красивая площадка, где все должно быть идеально. Например, можно сделать полезный аккаунт. Посмотрите, например, аккаунт ресниц, у них каждый пост полезный. Обратите внимание, как качественно все фотки сделаны, я подпишусь, чтобы читать что-то полезное, и, возможно, потом приду. Зачем мне подписываться на 1001 одинаковый салон? Мне это не нужно. Я хочу подписаться, чтобы удивляться, чтобы вдохновляться. Здесь почему я подписалась? Я сразу вижу цены в шапке, они дешевые. Также я вижу, сколько у них салонов. Получается, что я подпишусь, думаю, ну вдруг я буду рядом, я забегу. Надо готовиться ко всему. Либо профессиональная фотосессия, либо если не профессиональный с телефоном, то подготовить весь материал, чтобы он был чистенький, красивенький. Я, во-первых, желаю, чтобы все салоны красоты стали в Инстаграме представлены красиво, качественно. Делайте шикарные фотографии, профессиональные. Заботьтесь об этом, да, заботьтесь о контенте, потому что сейчас это еще не выровнено, еще можно вырваться вперед даже с помощью качественного контента. Я желаю вам качественной аудитории в Инстаграме, чтобы к вам приходили ваши клиенты, которые будут вас любить. Для того, чтобы снимать отличные кадры, совершенно не обязательно иметь последний iPhone. На самом деле, с разными совершенно мобильными устройствами можно снимать не менее интересные кадры. Если человек не против, то во время съемки можно аккуратненько пройтись, там, не привлекая внимания с телефона, нажать на боковую кнопку, и у вас уже будет живая картинка. Никогда, пожалуйста, не используйте вспышку вашего телефона. Но только если вдруг не случилось что-то такое экстраординарное. Сейчас есть такие тренды про 90-е, возвращение в 90-е годы. Это засветки, вот все, что давало раньше старые пленочные фотографии, вот эти все эффекты, они сейчас очень модные. Что ожидают совета? Конечно же, я ожидаю новых интересных спикеров. Актуальные темы, которые востребованы в 2019 году. А это развитие диджитал, это продвижение салонов красоты, это улучшение сервиса. Потому что за этим будущее.